Маленький мальчик. А родители маленького мальчика идут в магазин. Мы вчера решили, несколько подарков надо дополнить, докупить. Пойдем в Коско, посмотрим, что есть, что нету. Сегодня какой день? Сегодня 16-е. Почти 9 дней до Крисмаса. Мои дети весь год ждут этого дня. Для них это очень серьезный, важный день. Поэтому так всей семьей считаем. Значит так, Арка, ушадик гринес, гнуменк тарес, лиль гнатинг. Айда пачиканым. Говорит, физи джинк хочу, щипучий напиток хочу из Коско. Да почему от мамы нет чипсов беранов? Ухонушес. Армят гахарка цистра. Она себе шапку шила, лицит тоже. И дали ее свитер Анжелике. А то, что осталось, она... ей, кстати, 20 лет. А с мамой Ксантарика она хтипец. So? Ну и что, говорит. Окей, гайз, гнатинг. Дура пакет. Бай, Анушес. Ой, ой, love you. Стопу сладкий. Бай, Люс, Люс. Окей, значит, едем. Ох, соскучились по нашему Буяну. Вернулся домой, к родителям, к семье. А нам чартера мечта мекенай. Нет? Зарядочного шнура у нас нету, куда-то запропастился, ну ничего, как-нибудь без зарядки. Он самый. У нас почти летняя погода, если незаметно, если не чувствуете, передам, чтобы узнали. Очень теплая погода, приятная. Доехали до Коско, но пока не вижу, ситуация критическая или обычная. Не думаю, что в этом году люди будут себя как бы ломать и Крисмас справлять. Такое чувство. Все такие немножко усядшие. Такой год был. Но, думаю, год провожать будут хором. Всем хором. Дружно хором. Многолюдно. Сегодня какой день? Wednesday. Среда. Обычный день. Остановились в главных ролях. Молодец. Воду забери. Будем выпивать. И выпускаемся. Выпустился. Кстати, у нас сегодня телефонная съемка, на всякий случай, предупреждаю. Носки хорошие для дочки. И под скидкой $12, но сегодня $9 специально для нас. Русские носки для сына. Окей, двигаемся дальше. Списка нету у меня, так что не ждите списка. Будем шапиться, как сердце повелит. Последний раз в этом году. Вот эти хорошие. Давай два возьмем.
эти в металлических пачках очень хорошие. Очень хорошая скидка на этих бритвах. $10 скидка, $25. Обычно $35. Грабеж. Но очень долго тянется. Качество хорошее. Подарок кому-нибудь. Хочешь, тебе бритву тоже возьму? О, было $45, сейчас $35. Мужской почему-то очень дорогой. Он не бреется. Я не люблю покупать выпивку. А муж любит. Но мы не пьющие. Картинки уже готовы. Цена хорошая, $15. Там маленький сайдер, apple cider, яблочный сидр. Печенье, наверное, вафли. А, может, купим один, кому-то понесем. Нет. Ну, я не люблю баскеты готовые. Если готовлю, я сама сделаю. Потом кому будем баскет нести? Какой это год? Думаю, такие готовые баскеты уже не модно кому-то нести. Сегодня завезли все эти дуаса, ты говори, напитки. В больших бутылках, как будто конец света. Пейте, люди, выпивайте. Какой огромный, я такой большой не видела бутылку Jameson. Ты видел? Посмотри, чтобы увидеть. Огромный прямо. Это тоже, всегда маленький берем. Водка хорошая, говорят. $30 стоит. Хорошая водка. Хочешь? О, это тоже большая бутылка. Это наш ковор очень любит, крестный. Всегда для него это покупаем. И цена хорошая, $23. А, берем два, пусть пьет. Действительно, сегодня последний день этого мира. Все эти напитки такие огромные. Джин какой это напиток? Хороший. Мы не пьем джин. Мы воду пьем. Менажер-туа. Вино какое-то интересное. Хочешь? Все напитки вывезли сюда, на первые ряды. Как будто люди пришли, чтобы напитки покупать. На Новый год, на Рождество только пьют. Очень много вина дома, но всегда хочется что-то новое. Хочешь, Арам? Нет, не хочешь. Это очень хорошее вино. Как скажете? Уйдем от напитков. Они сами принесли вперед, чтобы люди выпивались. Ничего большого не покупаем. Если захотим что-нибудь объемное, закажем онлайн, они доставят. Бесплатная доставка. У него есть байсикл. Зачем ему второй байсикл? Ну,
электронный не хочу. По-моему, это валик foam roller. Это для упражнений, но еще, я как поняла, это помогает от боли спины. Что-то в этом роде. Заказали по интернету, еще не доставили. О, не хочу. Это для йоги. Ну что? О, я думала, там дети. Там дети. Игрушка какая-то. Эти огромные игрушки. Раньше так любила. Потом места нету для них всегда. Что это? Карт. Карт. Сколько их там? Это прямо для профессионалов. $13 за... О, 12 пачек карт. Кому столько нужны? Наши дети не любят этих героев. Бэтмен, Спайдермен, Супермен. Они безразличны к ним. Нормальных игрушек нету, Арам. Никогда здесь кофе не покупали. Но говорят, у них нормальные кофе обычно. Арам, мне нужно, но не сейчас хочу купить. Духовка такая маленькая, чтобы когда не на улице, во дворе, когда снимаем на воздухе, такая маленькая духовка нужна. Нету, да? Нет. Эти по скидке бывают иногда. Сегодня по регуляр цене. О, неплохой. Но Остер не хорошая фирма. У меня были. Неудачная фирма. О, бредмейкер. Никогда не пекла хлеб. Да я даже не видела, что здесь продают бредмейкер. Интересно. И по скидке $70. Было 89. Интересно, как выглядит, что это такое. Даже не видела. Какой хлебок? Хлебушек туда войдет. В общем, мне это не знакомо. Я инструменты такие не употребляю. Я в духовке хлеб пеку. По несколько сразу. Такая штука нам нужна, но большие коробки не хочу покупать. Наш тостер уже умирает. Но не сейчас. После, в следующем году. Миксеры. Эти тоже по скидке бывают. Это большая. Обычно не знаю, сколько скидки. 50 или даже почти $100 скидка бывает на такой миксер. Это большой миксер. В этом торты, маленькие эти порции невозможно делать. Но в этом хорошо две порции хлеба испекать. Не испекать, тесто делать. Какой у меня? Точно. Очень хорошая цена. Dutch oven. Чугунные кастрюли. Две кастрюли по $70. Очень хорошая цена. И большие. Но у меня есть. У меня очень много чугунных кастрюль. Но цена хорошая. Это тоже цена хорошая. Но тоже у меня есть. Для индейки. Она что-то уронила. Тебе повезло, что не на тебя уронила. Может и возьму. У меня есть китайский, очень неплохой, но это лучше. Но очень большой, у меня места нету. Хорошо, что сказали, напомнили. Геннадий, не бери, не бери. Про
пройдемся по шоколадному линию. Все уже накупили. Все уже напробовали. Это никому не помешает. Такие не покупали. Это тоже разные шоколады. Посмотрим, какие они. Проверим, не беспокойтесь. Эти два возьмем. По скидке 8,69, а были 12. С карамелью очень вкусный. Дети любят milk chocolate, карамель. Эти тоже неплохие панеттоне. И как подарок кому-то нести и для себя попробовать. Окей. Хорошо шапимся. Сладко-сладко. Это только посмотреть, что попробовать нельзя. Раньше, в добрые времена, приходили сюда на ланч, на обед. Шучу. Ну, что-то наедались, потому что очень много дали пробовать. Посмотрим, что за спортивные туфли. А, неплохие. А, хочешь? И цвет красивый. Ну, не нравится? Скажите, пожалуйста, не нравится. Это для сына беру. Ничего другого не подумайте. Что могли подумать? Я не знаю, что вы думаете. Я каждый год ему на день рождения или на Новый год новый комплект даю. Ну, а там какой размер? Идем. Тебе хочешь? Туалетную бумагу получили. Наверное, всем по одному дают. Давай украдем их, пусть плачут. Что за ужас? Граффити, наверное. $20, но думаю, никто это не купит. Ничего интересного нету. Пижама какая хорошая. $16. $20 скидка сейчас. Возьмем. Это для Люсин возьму. Голубой цвет. Сильно красивый, да? И для Лилит возьму один. Теперь я маленькие подарки покупаю. Такие мягкие ритузы домашние. Какой хороший. Материал такой приятный. $13. Интересно, если дочки оденут или нет. Они такие странные. И возьму на всякий случай. Если не оденут, разноцветные возьму. Если не оденут, я потом по ходу одену. Уже тепло стало. Эти куртки очень такие удачные, красивые.
Наверное, medium возьму для Люси. Наверное, small. Но она не любит, когда очень сильно напрягает. Вот цвета есть красные. Но ей почему не понравится. Белый тоже красивый. Это маленькие подарки. Туда-сюда покупаем. Четыре куска. Four pieces. Lounge set. Мягкое, удобное что-то. Комплект мягкий, удобный. Okay. Это возьмем. Или эти цвета лучше. Oh. Цена очень хорошая. $13. Трипсовый комплект. Окей, берем это. А где продукты будем класть? Вот в чем вопрос. Красное нету. Бек очень любит красный. Здесь ему беру 5-6 лет. Но это немножко великоватый может быть для него. Мужу говорю, давай возьмем 3-4. Говорит, я сейчас твою голову разобью на кусочки. Так сказал. Я просто перевела по-русски. Окей, Арамчан, пусть будет великим мальчиком. Хороший свитер. Calvin Klein. $10. Молодец. Это слишком яркий, это розовый, да? Too much. Черный, очень черный. Ребенку не хочу черное покупать. И взяли, пошли. Неплохой комплект. Курточка, то есть не, как это, на жилетик. Мягкий. Кофточка и брючки, леггинс, $20. Пусть будет. Мандарины наши друзья. Что еще есть? Переходим к продуктовому шопингу. Места не осталось. Раз уж пришли, авокадо берем. О, картофель надо взять. Манго возьмем. Здесь будут 6,99 за 1,5 килограмм. Оп, неудачные. Окей. Ананас надо взять. Перешли ананас. Он засыл. Берем зеленые и желтые бананы. Окей. Бананы взяли. Я героиня, не замерзла. Кстати, начала йогой заниматься. Даже это постоянное, когда замерзаю. Да, чуточку прошло. Картофель – наша любовь. Все, круассаны в этот раз не берем. Как-нибудь потерпим. Шесть гранатов $18. $1 скидка. Были 19. Это просто для вам информацию передаю. Самое интересное. Сейчас ищу прекрасный ананас. С
самый прекрасный. Прекрасный, да? Да, Регина, идем, бери, бери. Все, ананас взяли. Это сибас. Какая рыба по-русски? Очень вкусная рыба. Хочешь, купим? Хочешь, хочешь. Кто-то просил лобстеров показать, как варится или как готовлю. Но сейчас не хочу ничего брать. Пачки остались. Как-нибудь сделаем. Двигаемся, Аля. Салмон возьму, духовку положу, может быть, или чуточку поджарю. Это индейка, фарш индейки. Это не хороший. Двигаемся. Мясо купим. Весь этот кухт мы съели, Арам. Ни с кем даже не поделились. Стоит $20 за полкилограмма, 400 с чем-то граммов. Флан, по-моему, типичный американский десерт. Я не люблю. Ужас, как не люблю. Это какие-то бонбоны. Бонбоны, какие-то конфеты. Бельгийский. Belgian chocolate. Бельгийский шоколад. Fresh cream. Попробуем. У них очень вкусный smoked salmon бывает обычно. Но у меня дома есть. Арам, хочешь, купим? Нет? О, этот хороший. Wild Alaskan. Но у нас есть. В следующий раз наш закончится. Нет. Ну, сами приготовим. 2-3 дня и готово. Хочу сосиски купить для сына. Острые. Очень такие вкусные. Давай мы тоже себе купим, не только для сына. Покупаем для себя и для сына. Надо эти хлебушки купить, Арам. И вообще по-американски наесться, напиться и забыться. Арам, соки убрали куда-то. Здесь наши соки были, но сейчас нету. Яйца у нас есть. Окей, пойду принесу. Закончим. Видели? Не замерзла. Чуточку замерзла. Харамджан, бежим. Закончилась туалетная бумага, пока мы сюда дошли. Это другой бренд. Попробуем. Пусть будет. Все, люди поняли, что ничего опасного нету. Parchment paper. Хотя мне одна из моих подписчиц Карина прислала. Но пусть будет. Значит, если туалетная бумага есть, parchment paper есть, люди уже спокойны. Места нету. Что-то важное возьмем. Еще almond milk у нас есть. Потом придем, а продуктовый шопинг сделаем. Нормальный. Овсяное молоко. 7,50 по скидке. Было $10. Окей, Арамджан, это твое дело. Пожалуйста, усваивай. Замороженные blueberries для смудис, для напитков. Органик и $7 стоит.
паундов. Один почти с половиной килограмм. Нормальная цена. Даже хорошая цена для органик блюдерис. Эти кракеры по скидке органик 5,50, а были 8,50. Как нам повезло. Это не очень. Иногда встречаю своих милых подписчиков, подписчиц. Дети даже мои подписчицы. Арамчан, посмотри, хочешь этот продукт? Знакомься. Не хочет. Это я мучаюсь из-за тофу. Тофу дочка очень любит. Это для нее как бы заменитель мяса. Хотя она за мясо не скучает. Окей, чипсы не покупаем в этот раз. Чипсы не куплю, удивитесь. Эти чекс-микс даже неплохие. Немножко хороший снак. Ага, но чипсы надо найти хорошие. Эти все уже перепробовали, ничего нового нету. Берем масло авокадо. Вчера закончилось, сегодня сразу пришли. Видите, два возьму, два хватит. Потом еще вернемся для продуктового шопинга. Это не продукты. Пока возьму, испеку. Быстро купим мандалайн кукис. Дети их очень любят. И по скидке. А сегодня они $5. А были 6,89. Вот, идите, думайте. Беру брауни микс. Очень вкусные. Раньше вкусные были, сейчас не знаю. 6 пачек там есть за $10. Обычно пачки за $2 бывают. Не знаю, это хорошо, Арам? Он хорошо считает. Неплохо. Мука миндальная. Очень люблю эту муку. Сама тоже делаю, на канале готовила. Но много времени берет. Так что покупаем муку. О, бисквит испеку сегодня. Берем эту красавицу. Несем себе домой. Невестку нашу. Такие вкусные были. В прошлый раз уже покупала, пробовала. Вместе пробовали. Пусть будет. Пусть, пусть. Это тоже готовый микс. В прошлый раз тот взяли. С этими и вафли хорошие получаются. Но к этому только воду добавляете. А вот этому надо милк, молоко, яйца туда-сюда. Могла бы пойти в туалет. Это для наших этих сосисок. Сделаем однажды ланч по-американски. Сосиски, масиски. Это не сосиски называются, сосич. Hot sausage. Пусть будет. Сын с ума сходит для этих хлебушек. Сладкие гавайские роллы. Мягкие-мягкие. Еще немножко.
немножко места осталось. В прошлый раз в комментариях прочла. Место есть, главное потолок не задеть. Финики наши братишки. Пусть будут. А нам там почти заканчиваем. А вам что? Заканчиваем. Толстенькие мягкие пита очень быстро для пиццы очень хорошо подходят. Сверху маринара, моцарелла в духовку. 5 минут и готово. Берем. Это для быстрой пиццы. Вы говорите, вы же печете пиццу. Знаю, знаю. Но иногда быстрая пицца очень под руку. Однажды сказали, что эти твинкис больше не будут производить. А. Так все американцы загрустили, плакали днями, ночами. Они просто, наверное, рекламу делали. И моя дочка младшая за них с ума сходит. Купим на Новый год, пусть есть ребенок. Она только такие прекрасные вещи любит есть. Думаю, взять, не взять. Это too much. Очень много. Это что? Хершиз. Я так не люблю Хершиз. Сын их любит. Это разнообразное. Не знаю, какие он любит. Хершиз. Это тоже очень много. Количество многое. Большое. Окей. Держимся от сладкого подальше. Смеетесь. Ладно, надо как-то взглянуть. Помним старые добрые времена. Это открытый был? Или показалось? Нет, не открытый. Крышка была открытая. Окей, возьмем. M&M's все любят, потому что они не тают во рту, не тают в руках, а тают во рту. Что-то в этом роде они делают. Держимся от сладкого дальше. Дети очень рекламируют эти конфеты, но мои дети, по-моему, к ним равнодушны. Спрошу еще раз, если захотят. Это новость, я это не пробовала. Dark chocolate, темный шоколад с кокосовым чем-то. Баунти, райское наслаждение. $6, но 6.97, $7. Попробуем, Арамджан? Держимся от сладкого подальше. Ой, эти нам не понравились, эти Chocolate Brittle Brownie. Тонкие хрустящие брауни, шоколадные, что-то не то было. Тоже новость. Seaweed crisps. Морские водоросли хрустящие.
очень малое количество, 6 долларов. И берем. Эти дети очень любят. Всегда покупаем с джемом. Оператор тоже любит. Ты какой флейвор любишь? Что останется? Смотрит, что дети не любят, скажем. Потому что дети, по-моему, сначала едят голубику, потом едят клубнику, и потом уже на всякий случай, если ничего нету, едят apple, яблоки. Окей, Арамджан, место есть у нас до потолка? Интересно, разнообразные есть. С инжиром, с голубикой и с малиной. 12 долларов. И там сколько? 24, 36. О, написано 36 пачек. Возьмем, попробуем. Хороший органик. Хороший снак. Иногда, если просто хочешь что-нибудь в рот кинуть. В рот кинуть. Это я из армянского перевожу. Почти час. Но в этот раз очень организованно, друг другу помогают и быстро справились. Сейчас все выбросят обратно в тележку. Этот парень так красиво организованно все сортирует. Молодец. Обычно так ужасно все кидают друг на друга. Справляется. И выходим. Смузи с пиццей. Обязательные программы. Всегда сын просит пиццу. Как будто в жизни не пробовала этой пиццы. Ужасная пицца. Закончили. Thank you. Merry Christmas to you too. Hello. И дошли. Молодец. Трудяга. Думаю, на этом закончим наш сегодняшний репортаж из солнечного Лос-Анджелеса возле Коско. Ох, какая усталая была. Не знаю, как пошапились, но думаю, что-нибудь интересное увидели, что-то новое купили, столько теплых вещей купили. Я думаю, все люди замерзают, как я замерзаю. Я так думаю. Но главное, что успели. Все, что не доставала, купила. Ну, чуточку осталось еще. Не знаю, куда идти. Вообще не хочу ни в какой магазин идти. Но это уже не важно. Важно, что то, что надо было, основное купила. А вы ждите. Что-то новое купили, да, из еды? Да, купили продукты новые. Что-то вкусное намечается. А пока берегите себя, будьте здоровы, всех вас любим, ценим, уважаем. И как раз я закончила, он закончил укладывать. Окей, пусть он нам тележку несет обратно, наш культурный посетитель Коско. Вот так вот, всех вас любим, ценим, уважаем и скоро увидимся. Опять я заканчиваю, он заходит. Молодец, Арам. Мы все гордимся тобою. Увидимся. И поцелуйчик. Не тебе.